Всем привет и добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж павильона, ширина которого составляет 4 метра, длина будет 5. В дальнейшем будет использоваться как навес над бассейном. Один торец у нас с этой стороны будет с форточкой. Здесь дверь боковая и дверь в торце. На данном этапе будем сейчас распаковывать и собирать каркас, а также торцы делать. Так, ну что, у нас вторая часть монтажа. Каркас мы собрали, поставили, закрепили его с помощью прогонов. Также торцы обшили поликарбонатом 4-миллиметровым на ватра. И во вторую секцию поставили дверь. Каркас закрепили с помощью арматуры. Перфоратором просверлили, арматуру забили и с помощью сварки приварили. Все подкрасили. Главное, сидеть-то, конечно, оно хорошо. Сейчас будем подготавливать отливы, устанавливать по периметру. И в дальнейшем уже закрывать поликарбонатом. А также во второй секции справа будет еще форточка стеновая. Заключительная часть монтажа. Мы уже все закончили. Как видите, павильон у нас разделен на две части с помощью желтого поликарбоната метровой вставки. Также, как я рассказывал, стеновая форточка, торцевая форточка, дверь цельная сбоку и в торце также. Все, снизу обклеена перфолентой, также крыша перфолента, профиля, облицовочные уголки по торцам. Ну и форточка стеновая, но только не как обычно мы делали, а снизу вверх открывается. А здесь форточка нестандартная, размер у нее примерно такой же, как и в торце. По крайней мере, высота точно такая же, только пошире получается. И попросил заказчик сделать ее, чтобы она открывалась в бок. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж павильона 4 метра шириной, 5 длиной. В этом торце у нас дверь цельная. Получается, во втором пролете с правой стороны тоже дверь цельная. И в четвертом пролете стеновая форточка. Форточка нестандартная по высоте. И по просьбе заказчика открывание получается в бок у нее. Также в другом торце форточка торцевая также открывается в бок. Павильон разделен на две части. Посередине метровая вставка желтого поликарбоната, тоже 4-миллиметровый на ватра. По низу получается сделаны отливы по периметру. Облицовка торцевая, вот это вот. Над каждой дверью сделан вот такой вот уголок, чтобы вода не забегала. Над форточкой тоже уголок. Крепили мы каркас с помощью перфоратора. Делали отверстия, также вбивали арматуру. Арматуру мы приваливали к каркасу и подкрашивали эти места. Четыре укосины для жесткости каркаса. Ну и в принципе на этом все. Каркас изготовлен из профильной трубы, торцы из 20 на 20 и 40 на 20, а арки в виде ферм, наружная труба 40 на 20, внутренняя 20 на 20. И все покрашено в порошковой покраской.
цвет 8017, коричневый. На этом все. Не забываем смотреть новые выпуски и ставить лайк под видео. Thank you.